Занятия по удмуртскому языку в национальной гимназии построены в большей степени на играх, чем на кропотливом изучении правил по учебнику. И не только потому, что так того требуют новые стандарты образования. Литературы на родном языке не хватает. Детской удмуртской литературы, конечно, не хватает, особенно для детей младшего школьного возраста. И особенно для детей обрусевших. Потому что в данный период такая тенденция, что и в удмуртской гимназии, и во многих селах и деревнях дети обрусели. То есть идет такое поколение, что родители обрусевших детей сейчас горят желанием, чтобы их дети разговаривали на удмуртском языке, но не хватает удмуртской литературы детской. В издательстве «Удмуртия» приводят неутешительную статистику. Еще 2 года назад в республике вышли в тираж 62 наименования книг на удмуртском языке. В 2014-м их всего 11. В большинстве своем это работы краеведов об истории, культуре и традициях родного края. Сборники художественных произведений местных авторов, детская литература. Литература на удмуртском языке, в силу того, что она малотиражная, она не может быть прибыльной. В принципе, она никогда не была прибыльной, поэтому она всегда дотировалась из бюджета Удмуртской республики. Ну, естественно, нет дотаций, нет книг. И самое горькое то, что раз не издается она у нас в республике, то нигде, в принципе, в мире ей и не занимаются. По данным Минаца, за последние 8 лет количество удмуртов, владеющих родным языком, сократилось на треть. Проблему взял на карандаш глава республики. На этой неделе на аппаратном совещании Александр Соловьев, обращаясь к министру финансов республики, предложил заложить необходимую на книгопечатание сумму в бюджет следующего года. Если с учебниками ситуация более или менее обстоит нормально, то вот основная проблема в художественной литературе. Это могут быть и сказки, это могут быть и стихи. Это сейчас, вот на сегодняшний день, острейший дефицит есть в литературе, которая способствует формированию логического мышления, развитию внимания и тому подобных таких вещей. Книги, средства на которые выделяет республика, поступят в библиотеки и школы Удмуртии. Анна Ковырзина, Руслан Нуриахметов, телеканал «Моя Удмуртия».